85% туристов, приезжающих в Чувашию, останавливаются в Чебоксарах. О развитии туриндустрии говорили сегодня на выездном заседании Комитета Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам. Более 800 миллионов рублей – такой бюджет туристической отрасли на 3 года. На эти деньги будут разработаны и новые маршруты, и предложения для путешественников. Так, в Чебоксарах приводят в порядок Красную площадь, Московскую набережную, залив, берегоукрепительные сооружения. В Козловке и Мариинском Посаде начали готовить проектно-сметную документацию на строительство причальных стенок. Стоит заметить, что и сами жители Чувашии активно пользуются мерами поддержки путешественников, чтобы лучше узнать свою малую родину. Многие граждане страны и республики смогли воспользоваться так называемым кэшбэком на путешествия и отдых внутри страны, возвращалось до 20%, а также возвращалось 50% родителям, которые оплачивали отдых детей в оздоровительных лагерях. В Чувашии так по программе кэшбэка у нас участвует 8 коллективных средств размещения. Обсудили сегодня депутаты республиканского парламента и поступление в дорожный фонд. В 2021 году он равен 5,5 миллиардам рублей. Средства фонда направляются на организацию фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, прежде всего скоростного режима и выезда на встречную полосу движения. Часть средств потратят на ремонт и содержание дорог. Мы планируем отремонтировать 389 километров автодорог. Из них 171 километр – это в асфальтобетонном покрытии. Остальные – это грунтовые и щебеночные варианты. Построить 9,6 километров автодорог и 8,1 километров наружного освещения.